Дерзновенное хождение. Послание к филиппийцам, 3 глава, 1 стих. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Что-то может быть скучным, но полезным. Однако без спонтанности мы в конечном счете упускаем множество благословений. Можно ли запланировать спонтанность? Ветер дует, где хочет. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 8 стих. Если вы попробуете поймать ветер и поместить на него свой ярлык, то вы выбросили еще один полиэтиленовый пакет в океан идей. Невозможно нанести клеймо на жизнь Бога. Вы не можете наложить свой знак собственности на нее. Тем не менее, она продолжает быть доступной для всех, кто дерзновенно идет по воде и только потом думает об этом. Пастор Маттин.